Мне кажется, здесь улей, потому что очень много пчелок. А пчелки местные, они такие маленькие, видите? Маленькие-маленькие. И жужжат, жужжат. Ой, паук вылез. Он, наверное, их кушает. Пчел очень много. Наверное, внутри там улей. Надо быстро отсюда, пока меня не ужалили. Хотя они тоже жалят. Температура у нас поднялась. Сейчас 12:30 дня. Самое пекло. Хотя вон все на солнце. Ну, под зонтиками, но все равно пол занятый, полный. Такие домики красивые. Я пока похожу, поснимаю быстренько. Только с пула вылезла. Вода в пуле холодная, прохладная такая. Так балдежно. Думаю, быстро сниму здесь. Ну не красота ли это, да? Как красиво. Шале. При каждом шале барбекюшница, столик, тент, амбрелла. Это двухкомнатные, трехкомнатные здесь шалешки. Красиво сделано, сделано парком. Приятно ходить. Травушка, муравушка. Ага, и жарко. Я смотрела эту температуру. 42 было, 42, да. Хотя вода прохладная до сих пор в море. Наверное, из-за монсунов. Здесь же как Индийский океан и Оманский залив, да, Персидский залив. Вот они омываются. Но из-за монсуна, получается, там холодно у них. И холодные воды сюда скатываются к нам, перемешиваются. Ну не красота ли, а? Это у нас гранаты. Гранаты висят. Это индийские гранаты. Вот, и вода в море из-за монсуна прохладная. Не такая, как в Дубае. В Дубае такой воды нету. Море очень жаркое. Пытаюсь найти, в каком же домике они остановились. Только вот пришел папа-босс с одной девчонкой. А вот их домик, по одежде смотрю. Ага, пришел с одной девчонкой, походил, похвастался ей. Ну как, провел ее. Наверное, они также работают, да? Провел девушек. Вот по одежде, значит, в этом домике они остановились. Повел, подходил к некоторым мужчинам там, парням, попредлагал ее. Что-то отказались все, видать. Цена не устроила, наверное, большая. Все-таки им надо, да, купить этот домик. Домики здесь, в принципе, не дешевые. Здесь получается одна ночь. Это сколько? Если это у нас $300 одна ночь, то здесь это двухкомнатная. Это получается где-то, наверное, 500. $500 где-то. Может, даже 600 будет домик. Поэтому им надо окупить, конечно же, это все. И вот какой у нас вид. У нас какой красивый. Я до него сегодня плавала, поснимала немножко. Много видела разных рыбок. Но две разновидности меня просто потрясли. Это просто красоты неимоверной. Попытаюсь найти, интересно. Но, по-моему, мне кажется, одна рыба, зовут ее попугай. Вот он, Снупи. Остров, пляж. Пустой, да? Жарище, сейчас все уже попрятались, в теньках сидят. Такая интересная пальма. Она, в принципе, кокосы не дает. Такие у нее семена, как лианами спускаются. Две птички, видите, сидят маленьких. Ой, боже мой. Тоже интересная, да, вещь. Это они как лианы спускаются, это семена. Это не те кокосовые пальмы, которых кокосы мы пьем. Пошли.
Берт. You first, yes. Давай. I want as well. Extremely hot outside. Cannot imagine. I don't know what the temperature, it said 42 before, but it feel like 55. No? Cool water? Water cool? No, not really. No? Not really? We need to go to the pool back. Антоша, is ready? I think. Boom. Wow. Charles Beach, let's go! We're gonna have a nibble. Are you ready to eat? Yes. Yeah? Uh-huh. But I need to bring with me the food. Okay, wait me here. We have lunch now. So we do check out from the hotel, from the room, from our chalet. That's why the food is all here. I take it with me. Fridge pack and yeah, the boiled egg. I'll show you later. Oh, it is nice. Время обеда, и у нас пикник. У нас черный хлеб со времен войны, картошка, яйцо вкрутую, моцарелла с помидорами, огурец и манго-салат я нарезала. Мы сидим под зонтиками. Здесь у нас пул, горы вдалеке, и здесь у нас остров. Красивое, да? Красивый вид. Обалденный вид. Мы под зонтиком, мы в тенечке, но жарко невыносимо. Приятного нам аппетита! Thank you.
how they're shaking. It's waving. It look like nearly. Yes, yes. This what does yesterday. I have as well manga. Enjoy.